В новом выпуске программы «Свободное время» мы услышим живую шоколадный голос американского джаза, отправимся в полет с птицами-душами индийского художника Шри Чинмоя, увидим самую неожиданную версию романа «Идиот» в жанре черной клоунады и узнаем, где и как отдыхает после чемпионата КХЛ нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко. Эфир 12 мая в 20:00 на телеканале «Продвижение» в Омске.